faces filled with sadness. When words are said. Всем привет, мои хорошие, с вами Даша. Вы попали ко мне на канал. И сегодня мне для вас классная новость. Я знаю, вы этого очень ждали. Возвращаются на канал лукбуки, то есть образы, которые я составила и показываю для вас на красивых локациях и просто на себе, а не просто на картинках. Сегодня я для вас подготовила очень носибельные, очень классные трендовые образы. То есть я взяла несколько трендов этого сезона и совместила их в классных образах, которые вы можете носить хоть на учебу, хоть на работу, хоть просто наслаждаться жизнью. Поэтому, если вам интересно, то, конечно, оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. Для этого видео я подготовила для вас 4 образа, 3 из которых будут очень плотно связаны с горчичным цветом, который является, собственно говоря, одним из самых главных цветов этого сезона, в который мы с вами вступили, осень-зима 2018-2019. Также в 3 из 4 луков будет присутствовать такой тренд, как клетка, и я покажу вам в разных сочетаниях. Также я включила сюда тренд кожа рептилий в обуви. В этом видео будет присутствовать много одежды бренда Benetton. Я уже делала один раз видео с большим количеством их одежды, вы остались просто в восторге, поэтому у меня для вас даже есть промокод. Я пущу его по экрану, это промокод Камалова15. Вы сейчас, когда увидите эти образы, я уверена, вы влюбитесь в эти вещи так же сильно, как влюбилась я. Все, не будем больше затягивать, поехали с первым образом. Итак, первый образ. В этом образе у меня будет присутствовать вот этот свитер. И да, я вам покажу этот свитер в целых 3 образах из 4, поэтому для вас это будет очень классным примером, как одну вещь можно сочетать в совершенно разных ситуациях. Этот свитер я сочетаю, во-первых, вот с такими брюками. Они горчичного цвета, без замка, они сзади на резинке, в их составе присутствует вискоза. Они длины 7/8, с небольшими отворотами снизу, безумно приятные к телу, очень классная ткань, мне очень нравится, практически не чувствуется на теле, но тем не менее они плотные и они очень классно подойдут на осень. Сверху же мне надето вот такое совершенно невероятное пальто. Во-первых, здесь у нас трендовая клетка. Вы видите, да, сочетание трендов этого сезона. Горчичный, один из самых главных цветов осень-зима 18-19. И я построила, в принципе, свою осеннюю такую капсулу на этом цвете и на оливковом. И они сочетаются друг с другом, и все сочетается между собой, и все так классно и радужно. Так вот, сейчас не об этом, сейчас о пальто. В его составе в большом очень проценте присутствует шерсть. И это очень здорово, оно плотное, оно будет вас греть 100%. Мне очень нравится, что здесь идут несколько оттенков по черному фону, здесь идет горчичный, оранжевый и белый в клетке, то есть именно эта прострочка клеточная. И вот посмотрите, как все эти цвета сочетаются круто вместе. Вообще, я не представляю, как можно, например, прийти за этим пальто в Benetton и уйти без вот этого свитера, потому что они вместе, это просто идеальное сочетание. У пальто очень классный крой, оно хорошего оверсайзного силуэта, оно двубортное, с широким таким модным воротником. Я уверена, что это пальто подойдет к большому количеству вещей в вашем гардеробе. Если вы одеваетесь в более, например, нейтральных тонах, песочный, карамельный, серый, черный, оно будет сочетаться со всеми этими цветами просто без проблем. Да даже на самом деле наденьте под низ платье с цветочным принтом. И да, вы угадали, оно будет сочетаться. В общем, не могу достаточно рекомендовать это пальто. Это уже заранее одна из моих любимых вещей этого сезона. Нежно-нежно его люблю. И тем более грех не воспользоваться скидкой, которая у меня есть для вас на сайте Benetton, потому что не так часто Benetton делает акции, тем более, что скидка на новую коллекцию, вам не нужно ждать официальных скидок, у вас уже есть своя небольшая скидочка от меня, чтобы приобрести себе новые классные вещи на осень. Дополнила я образ с пальто неожиданно лоферами. Да, я очень люблю сочетание голых щиколоток, пальто и лоферов. Это еще не зима, не нужно плакать, что у вас замерзнут щиколотки, не замерзнут. Если вам тепло сверху, то вам будет тепло и снизу. Это еще не гололед, это еще не снег. Можно все еще себе позволить пощеголять вот в таком трендовом сочетании, как укороченные брючки, лоуферы и пальто сверху. И сумка, которую я взяла с собой, это сумка, с которой у меня случилась заново любовь. Это сумка J.W. Anderson, это Pierce Bag. Я уже хотела ее продавать, выставила на продажу, но потом подумала, нет, я ее все же люблю. Все, поехали смотреть образ. Oh, do me a favor, pour me another glass, pour hearts that never last. Oh, take me, I'm a wild one, getting bored out looking for
attention. I'm not looking to meet new friends. No. Следующим образом у меня также присутствует этот же свитер. Это, кстати, для вас хорошее наглядное пособие, как один свитер яркого цвета вписать в совершенно разные образы. Я надеюсь, что вам это видео окажется полезным, что вас это вдохновит на покупки. И еще раз повторюсь, вот этот свитер, он представлен в таких потрясающих цветах. Вообще, я всегда наслаждаюсь цветовой палитрой у Benetton. У них всегда очень классные, очень трендовые цвета представлены в коллекции. Так вот, я сочетаю этот свитер и эти брюки с невероятным просто кардиганом. Посмотрите, какой он классный, он весь такой пушистый, он мягкий, он с поясом. Я его взяла специально в размере M, чтобы он был еще больше, чем он есть на самом деле. То есть, чтобы он был такой, знаете, как мягкий плед, чтобы в него можно было укутаться, и вам было бы тепло и комфортно. Это на такую теплую осень вы все еще успеете его поносить, потому что он не такой легкий, как кажется. В нем в большом проценте присутствует шерсть, и, соответственно, она вас будет согревать. Тут шерстяной свитер с горлом, с шерстяным таким кардиганом, они вместе вас будут ого-го как греть. Еще мне безумно нравится, что у него есть карманы. Боже мой, как приятно сюда всунуть руки. Просто потрясающе. Туда можно положить телефон, очки. Я пока снимала этот образ, я постоянно туда убирала то очки, то еще что-то. Очень удобно, карманы просторные, что на самом деле немаловажно. Бывают кардиганы с карманами, которые совершенно не используются из-за того, что они маленькие, совершенно непонятные. А здесь, во-первых, за счет того, что кардиган такой широкий, массивный, то есть оверсайз, то не видно, набиты у вас карманы, скажем так, или нет. То есть это для вас будет такой небольшой помощник разгрузить вам руки, сумку и все остальное. В этом образе я сочетаюсь с горчичными брюками, которые практически тон в тон совпадают с этим свитером с горлом, потрясающе смотрятся вместе. В их составе хороший процент вискозы, они очень приятные к телу. Они, будьте внимательны, на попе они очень хорошо облегают, но это также дает такой силуэт, что они классно сидят по талии, они нигде не висят, но к низу они слегка расширяются, они со стрелочками и с небольшими отворотами, что смотрится очень стильно и здорово смотрится, если вы носите, допустим, мюли или лоферы. Хотя, мне кажется, с ботильонными носками тоже будет очень здорово смотреться. Дополнила я этот образ, чтобы он был более интересный. Как вы видите, он получился абсолютно полностью монотонным в этом трендовом, модном, горчичном цвете. И разбавила я его брогами с золотыми клепками. Золотой цвет сейчас очень в тренде, очень много украшений делается в золотом цвете. Добавила сюда большие, такие массивные очки от Gucci. Сумку я взяла сюда большую, с цепочками. Это Chanel. Это может быть любая сумка подобного силуэта, достаточно массивная. Мне очень нравится, как смотрится такой оверсайзный кардиган с массивной сумкой. Они очень классно сочетаются вместе. И ножки ваши все равно подчеркнуты брюками, которые идут более-менее в обтяжку. И образ является невероятно удобным, потому что здесь у нас еще и обувь на плоском ходу. Все, поехали смотреть образ. When words are said with regret, I can see the fire that we made just to save us. When we try to make up for never letting go, said the things we promised not to say, then we break up just to start all over, even though we know this is the hard way to better. We can't be hard. This is the hard way to better. We can't be heartache together.
Да, дорогие мои, и не забываем, что ссылки на все те вещи, которые вы видите в видео на мне, в луках, все, про что я рассказываю, ссылки на все внизу под видео в инфобоксе, не забывайте его проверять. В третьем образе у нас с вами, да, вы угадали, тот же свитер, но на этот раз с юбкой и с каблуком. Посмотрите, какая потрясающая юбочка в клетку. Клетка, опять же повторюсь, это один из самых больших трендов этого сезона. Здесь у нас с вами снова горчичная клетка, но в другом исполнении. Она на сером фоне, и она с такими бирюзовыми вкраплениями, то есть здесь есть еще два оттенка бирюзового цвета, даже один, скорее всего, мятный, а второй такая темная насыщенная бирюза, но все равно все это вместе смотрится достаточно серо-горчичным. Мне очень нравится, как сочетаются эта юбка со свитером, смотрите, как хорошо смотрятся цвета вместе. Юбка длины миди, она хорошо сидит достаточно высоко на талии, но не на супер высокой талии, она хорошо ложится по бедрам, она села просто идеально, и у меня размер снова 40 ит. То есть я взяла все вещи именно такого размера, и мне все подошло идеально, все село идеально. Единственное исключение — это кардиган, который я взяла на размер больше, но я вам уже об этом сказала. У меня было две опции, чем дополнить на ноги эту юбку, этот аутфит, и я просто металась между ботфортами от Stuart Weitzman в таком серо-коричневом цвете, замшевыми, и столь трендовыми змеиными сапогами от Michael Kors. И мой выбор пал на трендовую змею. Я решила вам показать, как круто может смотреться змея с горчичным цветом и с клеткой. Посмотрите, какое свежее, какое совершенно необычное сочетание. Мне безумно нравится. Напишите мне в комментариях, нравится ли вам. И вообще, пишите мне в комментариях, какой образ вам понравился больше всего и почему. И пишите мне тоже, если воспользуетесь моей скидкой. Мне будет очень приятно, что я вас навела на покупку каких-то классных вещей. Ну и, конечно, к такому достаточно элегантному образу мне захотелось добавить необычную элегантную сумочку, и в руках у меня моя черная, самая необычная сумка, которая у меня только есть, это любимая, единственная Габриэла Хёрст. Поехали смотреть образ. Четвертый образ совершенно другой. Здесь у нас нет горчичного цвета, у нас другой верх, другой низ, все другое. Здесь я захотела поиграть на черно-белой клетке. Это тоже является одним из самых главных трендов этого сезона. Это рубашка оверсайзная, безумно мягкая, приятная к телу. Она имеет такой слегка-слегка мятый эффект, сама ткань, поэтому это очень здорово, потому что когда длинная рубашка оверсайз, вы на нее садитесь, потом она вся мятая. Это, я думаю, на ней не будет заметно, что есть какие-то складочки. То есть это совершенно удобно, как для работы, так и для учебы. Очень удобная, классная вещь. Здесь тоже в большом проценте присутствует вискоза, что не может не радовать. Я думаю, именно от этого такое приятное ощущение вот этой ткани. И да, не забывайте, что у Benetton до сих пор сохранилось то самое знаменитое Made in Italy, которого нет уже у огромного количества брендов. И это еще раз подтверждает, какое у них классное качество. Сочетаю я эту рубашку с клетчатыми брюками. Это серо-черно-красная Это серо-черно-красная клетка, она очень здорово смотрится, они эластичные, они сзади тоже на резинке, как и брюки такого кирпичного цвета, который я вам тоже показала. Мне очень нравится, как играют две клетки вместе, как играет серо-черно-красная и красно-черная клетка. Играйте с клеткой, очень модно сейчас, очень трендово сочетать несколько разных клеток вместе, и я хочу вам показать, как это смотрится, как это красиво может выглядеть в вашем осеннем образе. Дополнила я этот образ
образ красным длинным пальто. Вы можете сюда добавить хоть черное пальто, хоть белое пальто, хоть даже, на самом деле, пальто в очень крупную красно-черную или красную с каким-то другим цветом клетку. И это тоже будет здорово смотреться. Главное, берите крупную клетку, а не мелкую, потому что мелкая у нас уже присутствует в образе и будет немного рябить в глазах, если будет третья мелкая клетка присутствовать. На ногах у меня столь трендовые ботильоны-носки, которые достаточно высоко уходят под брюки, чтобы под ними спрятаться. Это очень здорово выглядит, посмотрите сами. А в руках у меня столь трендовая сумка-ведерко. Опять же, не успела пока что сделать отдельное видео с покупками, но очень скоро сделаю такую небольшую сборную солянку, что я покупала нового в последнее время и не успела вам показать. Это сумочка от Stout, черная лаковая кожа, потрясающе вписывается в любой образ. Поехали с вами его смотреть! Надеюсь, у меня получилось не растянуть это видео слишком сильно. Мне очень хотелось подробно рассказать вам про каждую вещь, потому что они действительно качественные, и я вам от всей души могу их рекомендовать. Не забудьте про скидочку, вся информация про акцию будет внизу под видео, чтобы вы могли подробно ознакомиться и почитать. Также все ссылки на все вещи, про которые я говорила в этом видео, которые были на мне, все это внизу под видео расписано по образам для вас. Не забывайте открывать инфобокс. Ну а я вас сильно люблю, целую. С вами была Даша. Пока-пока. До скорых встреч.